Всем приветики. 29 июня, завтра 30, и все, июнь закончился. Безобразие. Так, какая-то козявка залетела. Идь, лети куда-нибудь. Вот, что, сегодня второй выходной, какие планы? Сейчас заедет Ильюха, Колин сын. Вот, потом мы с Колей съездим к Наташе, польем цветочки. Потом Коле надо будет сделать ключ от гаража запасной. Так, а что еще я хотела? Ну, и, возможно, опять пойду гулять на сопочку. Кстати, я думала, рябина у меня цвести не будет под окнами. Где они прячут свои бутоны, вон зацвела рябина, вот. Или это один цветочек. Я видела, что крайняя рябина отсюда, крайняя, там несколько штук, она уже цветет вовсю. На вот этих вот рябинах под моими окнами не было ни одного намека на цветение. Сейчас утром смотрю, и цветет. Странно, прям разглядываю. А где вот сами вот эти вот бутончики? Их не видать. Вчера купили в ленте абрикосы. Я их засыпала сахаром. И гляньте, сколько сока. Ой, лопатка стоит. Сколько сока за ночь они дали. Я думала, они будут сухие. Ничего подобного. Сейчас закипячу. 5 минут прокипят. Потом вечером еще раз 5 минут прокипят. Потом завтра опять же 5 минут прокипят. И тогда уже после третьего кипячения я их закатаю в баночки. Как хорошо на улице. Какая прелесть. Ну, так, жду Колю. Ильюху проводили. Ой, все, поболтали, поговорили. Вон он, кстати, поехал. Разворачивался в той стороне. Вон девчонка на костылях. Илью я не снимаю, потому что, ну, есть люди, которые любят сниматься, да, и видео, чтобы выкладывали. Илья ничего не говорил, ни да, ни за, ни против, но я знаю, что ему это не понравится, поэтому снимать его не стала. Вот, мальчишка хороший, весь в Колю, очень похож на него в молодости. Вот, так что, такие дела. А меня спрашивали, кстати, ну, кто не знает, у Коли, да, два сына. Это для новых моих подписчиков. У Коли два сына, вот Илюха старший и Данила. Он сейчас живет и работает в Москве. Приехали к Наташе, цветочки все в порядке. Вот, все прям нормально. Это у нее какие-то детки цветочки, тоже все живые. Это вот цветет буйно. Это красивая уже отцветает. У меня такая же цветет дома. Один у меня, по-моему, цветок. Наверное, от Наташи я брала отросточек. Вот тоже цветет. Ладно, сейчас польем. Сейчас пойду в комнату, сразу гляну, что там. Так, ну что, это нормально. Наташа говорила, что, наверное, придется ее выкинуть. Ничего подобного. Вот листики эти желтые я оборвала. И все, все, киюшки. Живой цветок. Этот тоже живой, здоровый. Ну, а донбасская мята померла, ничего страшного, у папы ее много, Наташа себе еще ее размножит. И вот икорская фиалочка, которую я Наташе привезла на ПМЖ. У меня такая, у Наташи моей подписчицы такая, и у Наташи моей тетушки тоже будет такая. Палисадник возле Наташиного дома преобразился, цветочки прям радуют. Знаете, какие красивые все. Барабаки. О, жди, барабаки помчались. Вот, хочу посмотреть на барабак набегающих. Вон они, такса. Еще одна какая. Побольше. Вон, а мы сразу в кустике, да? Мы сразу в кустике. Ладно, поехали. Какие наши дела. Я монтирую. Кошка мне помогает. Да, ты кошака помогака. Коля спит. Коля трыхнет. А мы тут с кошкой монтируем. Правда, мешает мне периодически. Да, скоро гулять пойду. Загораться черепахой. Опять тебя не возьму. Изменять тебе буду с черепахой, с Филькой. Все, мы с Филечкой идем на прогулку. Посмотрела на градусник. На улице плюс 32 градуса. Коля в шоке, говорит, что случилось с Мурманском. Я говорю, что бы с ним ни случилось, мне это дело очень нравится. Взяла себе черешню, взяла водички. Филька сейчас будет гулять, Лена загорать и трескать ягодку. Все, Филечка гуляет. Сегодня за Филечкой глаз да глаз будет. Вчера
проморгала буквально минуту, и он закопался в листья, не в листья, а тут вот растения. Я его потеряла, я просто была в ужасе, что я его не найду. Оказывается, он был рядом, просто хорошенько туда зарылся. Что это? Листики. Листики, да, нухай. Можешь кушать, они сухие, это с этого... Ой, как ты называешься? С осины. Листочки осиновые. Ну, давай, давай. Ходи, броди. Так, разуться надо. Разуться. Я в сарафанчике в новеньком. Загорать буду. Загорать. Да? Каменная попка. Каменная попка. Дядя сейчас куда-нибудь дрыснет. Давай, броди, ходи. Съешь листик, да, это брусничка. Брусничка, ее можно, ее нужно, она вкусненькая. Нехо. Нехо так, да? Ладно, пусть бродит. Пусть бродит, пятки пощекочу тебя. Кстати, народу полно. Я так села, меня не особо видно. Вон идут разносчики еды, они что, разносят еду по сопкам, что ли? Зеленые эти человечки. Вот, там девчонки за деревом отдыхают. Тут за деревьями ребята вдвоем шашлычок делают. Не знаю, видно, нет. Там дым идет. Там внизу тоже ребята. Вон Филя пошел, уже далеко от меня ушел. Далеко ушел. Вон он торчит. Ага, сейчас пойду ловить. Вот опять, я знаю, что он здесь, но его не видно. Поглядите, вон он. Вон он закопался, залез под корни и там сидит. Ладно, теперь за тобой блюдю, Филечка. Итак, гуляем больше часа. Филька уже посадила, скребется здесь в своем домике свои крапчонки, лягушонок. Я подзагорела. Все, можно идти домой. Да, завтра, не знаю, если будет погода хорошая, может, тоже придем уже после работы. Будет видно. Твинкам дала свежие травочки. У нас до сих пор контры. Ничего не прекращается, мирная жизнь не наступает. Что за война у вас тут образовалась? Опять же, живут по раздельным этажам. Я уже Яшке сделала свет наверху. Сидел в темноте тут. Да, в темнице сырой, орел молодой. Ну что, живите так, покаместь. Может быть, одумаетесь и помиритесь, козявки? Да, кошка? Да, кошка? Кошка тут со мной, да? Знаете, как вы по цвету стрыхой подходите друг к другу, а? Ноль эмоций, а? Тришка, кого тебя тут посадили? А? Девку какую-то прибомбили. Так, так. Не, пойдем со мной, пойдем. А то у него характер скверный, мало ли чего. Все, привезли барабаку, привезли аксолотля. Нельзя ругаться, нельзя. Лизка тут, конечно, устроила, да, шипела, ругалась. Мне прям не до съемок было, не до съемок было. Сейчас уже вроде все, немножко потише. Иди сюда. Нельзя. Фу! Фу, 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 тихонько, тихо. Нельзя, это кошка. Ты своя, и она своя. Знаете, что делать? Фу, фу, нельзя, нельзя, нельзя. Лисочка, все хорошо, все хорошо. Все хорошо, моя девочка, все хорошо. У тебя инстинкт, у тебя инстинкт, да. Так, Глади, лучше не подходи, она может лапой стукнуть. Все хорошо. Дружить будете, привыкнете. Все, на все надо время. Тем, мой хороший, ты зверь такой, зверина. Ты зверина. Черепаху вчера боялась, боялась. Боялась, а собак ты не боишься. На собак ты бросаешься, да? Не надо ее обижать, она хорошая. Да, она хорошая. Все нормально, все здорово. Все чудесно. Вам надо дружить. Вам вместе целый месяц жить. Да. Ну что ты сделаешь? Собаки с кошками дружат. Можешь мне поверить. Да. Вон она, Глэди. Глэди, как у себя дома. Да, скажи, я тут все знаю. Я тут была, я тут жила. Все нормально, все хорошо. Давай дружить, скажи, да? Скажи, давай дружить. Давай не будем ссориться. Не рычи. Не рычи. Все чудненько, все здорово.
Все замечательно. Да. Ложись поудобнее. Все. Ты под защитой. Я тебя в обиду не дам. И тебя в обиду не дам. Да, 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 да. Ну что ты, барабака? Я тебя тоже понимаю, да? Родители уехали. Так, Лисочка спокойная уже смотрит, уже поспокойнее стала. Родители уехали, тебе грустно, а тут еще кошка какая-то, да, непонятная. Все хорошо, все хорошо. Все, все, не шипи, не шипи, все хорошо. Все хорошо. Не надо ругаться. Не надо. Она ж, видишь, тебя не обижает, не трогает, ходит сама по себе. Ей самой грустно. Кстати, кошки на еду только нюхает, не ест. Да, у тебя нет соперника на твою еду. Ей свою привезли еду. Да, личную. Личную еду. Смотрит, смотрит. Все, ты успокаивайся, моя краля. Ты успокаиваешься, да? Ты сильнее всех. Ты боевик, мы уже это поняли. Все, все. Ты меня покусаешь теперь, да? Ты меня будешь грызть. Все, ты хорошая, холёсая девка. Давай будем жить со всеми дружно. Хорошо? Хорошо, да? Договорились? Ну, наблюдаем за Лисой. Встала, пошла понюхала свои миски. Так, так, глади, глади, ты зря пришла. Ты зря пришла, пока не надо. Пока побудьте в стороне друг от друга. Принюхайтесь. Время надо вам, я понимаю. Но уже нету такой дикой истерики у Лиски. Что за зверь такой? Ну что ты? Ну что ты, моя хавоска? Ну что ты, Лена борщ варит? Уже 2 часа никак не сварит. У меня тут все в приготовлении борща. И все, никак я не сварю этот борщ с вами, да? Никак не сварю. Лисочка, Лисочка моя кисочка. Ну, дружу, дружу с тобой. Все хорошо. Все нормально, все замечательно. Лиска, она тебя не трогает. Не обижается, не обижается, правда? Ну, да я, да, да, Лена, не бойся. Куда пошла? На собаку нападать? Слушайте, она на нее нападать пошла. Она пошла нападать на собаку. Лиса, ну ты даешь, она согнала собаку в угол. Лисонька, давай уйдем оттуда, давай освободимся. Пошла там ножка, Глэдия пошла за этой ножкой под стеной и вышла здесь. Лиса, я не могу. Иди на место, иди полежи на месте. Глэдия, пошли, 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 иди на место. Иди на место, я сказала. Короче, Лиска такая сидела, Глэдди под столом, а она на нее вот так вот пошла, загнала Глэдди в угол под этот диван, фу, вот, и Глэдди пришлось там позади дивана от нее вылазить и убегать. Лисонька, Лисонька-кисонька, ты прям в размере даже увеличилась, больше стала. Идем, идем. Да не шипи ты на меня хоть. Не шипи хоть на меня. Ложись на свое место и лежи спокойненько. Все, 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 все нормально. Сижу, монтирую. У нас прогресс. Кошка рычала, немножко рычала. Перестала рычать. Глэдис сидит у меня на руках. Я специально ее взяла на руки, чтобы кошка понимала, что от нее нет опасности, что хозяйка берет на руки другое животное. И все в порядке. Да, я... Знаете, чего больше переживаю? То, что они помирятся, я больше чем уверена. Ну, в смысле, подружатся или хотя бы не будут друг на друга тявкать. Но там у кошки туалет в углу. Чтобы пройти в туалет, надо пройти мимо лежанки собаки. Если лежанка будет занята этой самой собакой, то Лиска может не пойти в туалет. Вот с этим надо что-то думать. Да, с этим надо что-то думать. Или на ночь ставить туалет в спальню к нам. Или у нее уже 2 туалета. Ладно. Ой, да не падай же ты. Ты как корова стала. Кстати, она тяжеленькая стала, мне так кажется. Или ты подросла, потяжелела. Ну, дела, в принципе, нормальные, да, Лис? Все хорошо. Все хорошо, помиримся. Ну, вот спокойный взгляд у нее, все. Она пошипывала немножко, чуть-чуть. Вот сейчас лежит спокойно. Если бы она была напряжена, она бы сидела, брычала.
Ну, девушка с характером, что ты поделаешь? Так, напоследок покажу вам Оксика. Вот такая прелесть. Такой симпатичный дракончик, да. Хороший, я его уже кормила сегодня. Но потом и здесь покажу я вам, как я его кормлю. Его кормят через день. И на канал Елены Зверята тоже буду снимать. Иногда это чудо такое, чудо дракончика. Знаете, какой он хорошенький. И такой холёсенький, ты такой пригоженький. Живет в комнате вместе со всеми животными, да. У меня тут зоопарк, мини-зоопарк. Пошел ты, да? Такой славный. Ну что, свиньи, споки-ноки. У вас новый компаньон. И вам споки-ноки. Так, вода есть, до утра хватит. Уже не хочу ничего. Сено положу вам на ночь. И усё, харе. Девки, а вы как тут? У девок подмести надо. Подмести, прибрать немножко. Туалет прибрать. Ладно, у вас немножко. Сейчас я уборочку сделаю. Что-нибудь вам еще положу на ночь. И все, споки-ноки. Ладно, буду со всеми прощаться. Всем пока. Всех люблю. И, конечно же, до новых видео.